Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Андрей, и мы играем снова в Borderlands, очередное DLC смотрим, DLC, которое называется там что-то Кровавая Жатва Баха, Бахи, DLC посвящено Хэллоуину, не знаю как правильно, вот, в прошлом DLC мы выиграли голову индюшка, можете посмотреть на моего героя страшного, это, блядь, просто пиздец, какие-то яйца висят у него. Я не знаю, что это за индюшок такой страшный, проклятый. Вот. Мы прошли новогоднее DLC, как Маркус спасал Рождество. Ну и теперь давайте третье, Headhunters, как-то пак называется, что такое. Это, значит, Bloody Harvest, кровавая жатва. Давайте перейдем в локацию Hallowed Hollow. Не знаю, как-то так. Вот, я не играл еще, естественно, здесь мне самому интересно. Вот, что здесь будут за соперники, противники. Ну, говорят, что интересно вообще. Я не знаю, какого уровня здесь будут монстры, потому как у меня только 22 уровень. Я еще не в теме вообще. Так, вот мы появляемся. Появились, точнее, уже. Значит, найдите TK Баха. Давайте Баху найдем. Музыка классная. Слышите, какая музыка? Чувачок висит. Уу, здорово! Какой-то зомби вылез, что-то мне рассказывает. Давайте купим патронов. Музыка безумная, мне очень нравится. Ну что ж, поехали, дорогие друзья. Я не знаю, что нас ожидает. Давайте найдем Баху. Или как его там, кто это вообще такой. Вот, как всегда, мы не будем упускать с вами ни одного пустого места. Будем все проходить везде, чтобы ничего не осталось. Ух ты, там лава течет. Или магма, я не знаю, как там правильно. Так, ну здесь вроде бы некуда залезть, да? Я люблю побродить по всяким местам запретным. Ладно, давайте все-таки двинемся уже в путь. Так. Не страшно. Опа. 160 опыта за новую локацию. Ага, можно разбивать. Блять, мне так страшно. Можно разбивать вот эти вот тыквы. Так, там что-то выпало синее. Ух ты. Конфетку какую-то съел. Гляньте, меня теперь какое-то поле окружает вокруг. О, это зомби. А ну-ка. А вот мы нашли зомби. У-у-у! Олег, вставай! Гляньте, как он мерзкий. Боже мой. Так, убить. Короче, крутую тыкву надо, походу. Kill Pumpkin Kingpin. Как-то так это звучит. Ух ты, неужели там какой-то секрет? Нет? А, нет, наверное, просто, блядь, я так уже понадеялся, что там что-то есть. Ну да ладно, давайте обратно вылезем, чтобы главное не упасть. Так, ну пойдемте искать тыквенного короля, или как его там величать. Вот. Значит, давайте аккуратненько проходим, потому что мне страшно, действительно, я не знаю, что меня ожидает впереди. И вот эта вот неизвестность, она очень пугает. О, некрополис, вот это плохо, что мы пришли в некрополь. О, кто-то уже там объявился. 17 левела, пацаны, походу они такие крепенькие, да? Тихо, 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 не заводись. Ну да, сразу не выстреливаются. Ну все, 7 опыта дают. Весело. Как-то это, мне кажется, мало очень. Лимонную конфетку скушали мы снова. А, мы теперь быстро перемещаемся. Ничего себе, это круто сделано. Какой-то мудак вылез оттуда, мелкий. Ух ты. Не только перемещаемся, блять, но и стреляем еще быстро. То есть ты что, меня удумал замочить?
Какие-то тут ребята резкие слишком, вы видите, дорогие друзья? Опять демон этот появился. Конфетка. Пандора Кэнди. Так. А-а-а! Ёб твою мать, не пугает, так сзади подходит вообще. Вылетает просто. Не, желтая конфетка решает, мне кажется. Давайте поразбиваем зеленое. А что зеленая конфетка делает? Блядь, ну это жесть. Давайте зеленую посмотрим. Непонятно, что она делает. Ладно, давайте сюда пройдем. Так. Нет, это не разбивается. Здесь не все разбиваются. О, желтый. Нет, я думал, все-таки желтая конфетка лучше, потому что скорость получается высокая. Здесь пока закрыто для нас. Значит, мы идем только туда. Тут чувачок залип. Братан! Выпали у него глаза. Съедим конфетку. Я пока не пойму, блять, как здесь локации располагаются. Так, мы, ага, я должен был выйти отсюда, да? Или нет? Это кто там такой страшный? Я не хочу туда идти. Хос, редиска вылезла какая-то. Ребята, я не хочу. Ой-ой-ой. Теперь что-то нам... Надо каких-то скелетов понаходить нам. Все, скисни нахуй. О, отец вышел. То есть ты не бодайся, потому что я тоже могу бодаться. Слышно, ну что-то их тут до хера получается, этих скелетов. Ай. Сейчас они мне напнут ненормально. А ну-ка, слови, родной. Ух ты, тут скисли просто глухо. Так, давайте здесь разроем движ. Роем, роем, роем. Нет, надо было нажать просто вот так вот. Ну все, скиснул. Блин. А ну-ка. Мне нравится, что мне за них дают по одному... По одной единице опыта. Это что за дела такие? Не понимаю я. Да, блядь, попади. Я даже не могу в тыку попасть. Которая обездвижена. Мне надо все-таки желтую конфетку. О, она скорость. Она делает яд. О, вот это оно. Какой-то мудень вылезет стопудово. Еще и сзади. О, скелетончик. О, одного скелетончика мы рассекретили. Так, один череп мы нашли. Походу надо, короче, таких три черепа донайти или как? Кто там вообще? Так. Ну, вроде все. Здесь пока справились. Куда идти вообще, я не пойму. Почему сзади... Так, ага, это тогда мне нужно было идти сюда, я пошел... Давайте тогда выйдем тут. Там пацаны уже злятся. Где моя снайперочка? Вот снайперка, то что надо. Ого! Это этот, камикадзе. Блин, ну я даже не знаю. Блять, чмырь вылез. О, зелененькая конфетка. Так, ну здесь значит все, да? Давайте посмотрим на карту. Как-то мы так обошли ее и... Непонятно. Ладно, давайте вернемся назад. Здесь мы не можем пройти, так закрыто, правильно? Ну да. Ого, это я сам себя могу тулить.
Как-то интересно получается. А, вот там открылась дверь. Она была закрыта, помните, до этого. Давайте посмотрим, кто тут обитает у нас. Блять, куча. О! Чё-чё, церковь смерти? Как-то интересно называется. Мне кажется, церковь должна называться как-то иначе. По-доброму, что ли. Я, конечно, могу ошибаться, но... Давайте отроем какого-нибудь додика здесь. Автомат у меня ужасный вообще. Вроде неплохо отнимает, но... Какой-то он чопорный. Страшно уж. Слышь ты, ЖБР. Костяной Олег. Блядь, да тут ходов миллион. Наверное, надо пушку свою зарядить. Давайте съедим конфетку сначала, конечно. В первую очередь. Так, и давайте кинем здесь пушку, чтобы она с ними немножечко разобралась, а сами сгинем чуть-чуть в уголок. Так, ага, это сверху там, где мы начинали. В принципе, пушка довольно-таки быстро с ними разобралась. Без особых каких-то напрягов. Это хорошо. Ох, чувствую, долго мы здесь будем с вами играть. Потому как тулят они не кисло. И получаю я по одной единице опыта, мне это совсем не нравится. Я так никогда не прокачаюсь. Ну все, давай, дохни. А где еще один? А, вот они как, блядь, подо мной как будто. Скисли быстро. Так, вот, ну что фиолетово лежит. Иридиум. Иридиум, это хорошо. Давайте откопаем здесь. Ребятенка. О, вот это серьезный чувак. Слышь, а что он такой немножко фраер? Как-то ему особо все равно мои. Ну все, 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 все. О. Отлично. Так, кто там быкует? Слышь, хер знаете, стоит и быкует. Ну, тварь, паскуда. Сейчас я тебя уничтожу. Вот это пестик хороший у меня. Рубает на раз-два. Давайте разобьем тыковку. О, вот это чмырь-чмырь бежит. Так, конфетку мы кушать пока не будем. То есть конфетки, я так понимаю, дают какие-то дополнительные способности или расширяют наши уже имеющиеся. Такой звук интересный. Так. Куда же мы пришли? Я что-то запутался по карте. Как зумить? Ага, вот так вот. То есть сейчас мы тут наводим движ и походу возвращаемся обратно, открываем ворота. Давайте кинем скелетончика. Точнее, скелетончиком кинем мою пушечку. Чтобы они сильно не расстраивались. О, ух ты. А, надо было, конечно, собрать скелета, да? Все, скелета собрали. Ух ты, блядь. А что у нас там какие-то... Я не пойму, что тут такое-то. Ух ты, ну туда точно нельзя. Блять, интересно. А это что, домик, да? Тут, наверное, все-таки... А может, там где-то ящик стоит секретный? Что-то мне так кажется. Никак нельзя туда забраться. Какая-то кошка веселая нарисована. Черт. Везде мне подвох кажется. Везде кажется, что что-то спрятано и так далее. Хм, почему туда идти? Я не пойму. Хэп! Блять, не допрыгнул. Ладно, пойдемте уже. Ух ты, это что такое? Здесь что-то... Пистолет? Что тут надо делать? Нарисована пушка, щит и граната. Стрельнул. Кинул гранату.
А щит это как? Может что-то то надо приготовить, кинуть. Какое-нибудь оружие оттуда вылетит. Может, конечно, я бред несу, но скорее всего. Эх, 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 ребятушки. Так. Нужно добраться до Blacksmith. Это что-то ли... Гора или что это такое? Blacksmith, я не знаю. Блин, мне так нравится музыка в этих дополнениях. Ну, в индюшке не особо, а вот в новогоднем DLC и в этом музыка здесь крутая. Так, здесь зомби нарисован, там кошка, здесь зомби. Непонятно чуть-чуть, к чему они клонят. Ну да ладно. О, вот здесь, кстати, не может быть никакой движухи серьезной. Так, там какие-то ребятушки стоят. Ладно. Пойдемте сюда, сходим. Возьмем все-таки конфетку. Так, я так и не понял, что они дают. Понял, что желтая дает скорость стрельбы и бега. Короче, увеличивает скорость всего, чего можно только. Это, блядь, за... Я не знаю даже. И пацан висит. Так. О, это эти. Маркус. Это Маркус нарисован, точно. Замаскированный под маску крокодила. Так, тут наверху ничего нету. Почему он все перекошено, сразу начинает тошнить? Вестибулярный аппарат у меня не к черту. Блять, не харькай на меня, тварь. Ох ты, сейчас мы дополнительно какую-то еще миссию сделаем. Сами того не зная. Крабик, крабик, умирай. Так, нам нужно, короче, видите, поубивать представителей местной фауны для кого-то. Кто-то нам заказал, видимо, эту миссию, я уже не помню, кто. Ух ты, это кто такие? Ух, как эта тварь выскочила. Мне страшно. Давайте тут разведаем немножечко. Ух ты, блядь. Черт. Вот видите, тут интересные существа какие-то непонятные. Ранее неведанные мне. О, желтенькая эта скорость. Да, блядь, да вылезь ты отсюда, тварь. Ну что он тупит, я не пойму. Дайте мне желтую конфету съесть. О. Смотрите, как стреляю замечательно. Лёг, это бронированный петух. Умирай, тварь. О. Все, этих приложил нормально. Так, идем далее. Все, действие конфеты закончилось. У нас еще зеленая конфета. Блять, кто там, кто-то бежит вроде. Какие-то. О, ух ты, ёб твою мать. Это кто такие еще? Ты кто такой? Давай, до свидания. Блять, они еще взрываются после, точнее, загораются после своих вот этих деяний. Так. Продвигаемся дальше, только я не пойму, там почему дверь была закрыта. Вот здесь. Ладно, может туда еще вернемся, я так понимаю. Нужно добраться до Блэксмита. Что это такое, я не знаю. Блять, что-то адское происходит, какая-то лава. Я не хочу в лаве купаться. Ребята, давайте проходить вместе дополнение. Почему никто не пишет? Ни у кого не что ли Xbox с System Link? Ну как так? Не может такого быть. Ух, тут... Кстати, еще пока ни одного ящика не было. Как туда пройти? Так, добрался я до Блэксмита, теперь что?
Что это за, блядь, механизмы? Это тут страшно. Это сейчас какой-то мудак вылезет стопудово. Вот он. А, это какой-то Blacksmith. Пошел нахер, говорит. Давайте пушку кинем. О, сейчас мне пизда будет. Бля, как пушка рубает его. Ну не уходи. О. Не, пушка его рубит нормально. Так, а ну-ка давай складывайся. Я вообще ему практически не отнимал ничего. А вот пушка моя. Давайте положим все части, что мы нашли. Со скелетов с трех. Бам. 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 Теперь мы что-то выковали. А, это ключ, короче. Теперь... Открыть нужно, теперь нужно открыть ворота. Фу-фу-фу, вот это кровавая жатва в натуре. Может, мы сейчас обойдем по кругу и вернемся. Вот, кстати, ящик первый. Ну, неплохо, вроде автомат неплохой. Снайперка не кислая. О, там уже пацанчики бегут. Вдвоем сразу сложились. Так, давайте посмотрим, что мы там нашли. Вот это, да, по-моему, херню нашли. А что мощнее, моя херня или... у меня больше урон. У меня здесь еще точность больше. Скорострельность. О, да это, наверное, покруче будет. Снайперку я еще нашел, да, вот это. Лучше, чем моя или нет? 306, да нет. 13 патронов, хотя может лучше, давайте проверим. Так, спрыгиваем. Посмотрим еще здесь, ничего ли мы не упустили. Нет, здесь лава, лава. Угу. Так, давайте пойдем открывать ворота тогда. Это интересно. Какая-то накосая только. Надо, походу... Ого. Нужно, походу, очень тщательно целиться. Ну, вы знаете, у него дача совсем маленькая. Такая красивенькая. Смэш. Чу-чу-чу. Это что такое? Какая-то ересь осталась. Так, у меня жизнями плохо, видите? Надо что-то решать. О, где-то там уже пацан. Ух ты! Что они... Слышь, ты... Снайперка вроде неплохая, но... Я не знаю, какая-то она... Ух ты, блядь, какой красивый! Гранатка пошла мне. Все, садились, пацаны. Я не пойму, почему меня так рубают тут. Еще и опыта совсем не дают при этом. То, что мне тяжело играть, действительно. Ух ты, какой-то бластер, что ли, у меня. А, ну, в принципе, да, вот я, походу, и вернулся к тем воротам. Просто я сверху спрыгнул. Угу. Сейчас пойдем открывать вот те ворота, где большой замок висел. Помните, да? Естественно, мы не пропустим ни одной тыквы. Потому что может здесь валяться что-то интересное. О, ящичек еще один. Гранаты. В принципе, у меня все лучшие гранаты. Поэтому я особо не расстраиваюсь. Ух ты, а туда можно прыгнуть? Туда можно, но не... Блять, не нужно. Все, я понял, бегим теперь. Что-то я этого не помню. Я здесь не был, да? Или был? Когда я, короче, откуда-то вылез, не понял. А, ну все, понял. Теперь нужно обратно идти. Давайте глянем на карту на всякий случай. Да, все, мы там обошли, все, сейчас откроем здесь локацию. Все отлично.
Что я переживал? Слушай, у меня пистолет лучше стреляет. Что за демоны повылазили, за которых дают 5 опыта. Ого. Откисай, пожалуйста, братан. Так, мы идем к своей цели. Открыть ворота нужно, я напоминаю. Хоть бы тут пиздюки не вылазили. Потому что они уже вылазили. Так. Открываем замок, вставляем собранный ключ. Выкованный. Собранный из костей, выкованный каким-то молотом супер-мега крутым. Бам! О боже мой, Kill Pumpkin Kingpin. Нужно убить какого-то крутого. Я боюсь. Это что такое? Это он был? Босс был? И какие-то клоуны мелкие. Они кидаются куда? А, это место маленьких у тех уродов, которые в обычных локациях блуждают. Так, давайте купим, наверное, этот щит. Жизни купим. Теперь давайте этот щит оденем, который мы только что приобрели. Где же он? Оружие столько, но уровень голимый. А где там на 1000? О, вот это. Так, 25 уровень.